кофты, рукавицы, шарфы, пинетки и даже костюмы. Любовь много лет вяжет разные теплые вещи. Поучаствовать в благотворительной акции «Бабушкина забота» и помочь людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, согласилась сразу. Мне хочется, чтобы как женщина или бабушка получила тепло моих рук, тепло моего сердца и вообще, чтобы она согревала свою душу, отогревались от всех вот повседневностей, которые, к сожалению, у них есть. Целый месяц серебряные волонтеры изготавливали собственными руками теплые изделия для малоимущих из Луганской и Донецкой народных республик. Каждой вещи мастерицы прикрепили теплое пожелание. Сегодня завершение этой акции, и мы передаем эти вязаные изделия в единый центр гуманитарной помощи города Домодедово. Спасибо огромное нашим бабушкам, серебряным волонтерам за помощь, за организацию этой акции. Мы все хотим продемонстрировать свою помощь Донбассу, да, людям, которые там живут, которые вот в очень тяжелых условиях, бойцам, которые там воюют. И, конечно, вот в нашем частном случае сегодняшнем, да, когда серебряные волонтеры своими ручками изготовили вот эти подарки, которые уже на следующей неделе, сейчас их в исполком мы передадим, значит, и быстренько перевезем в центральный сборный пункт партии «Единая Россия», значит, это все будет передаваться жителям Донбасса. Благотворительная акция организована в рамках направления «Долголетие для всех» федерального проекта «Единой России». Старшее поколение. Совсем скоро добрые подарки отправятся тем, кто в них нуждается. Екатерина Крамер, Фарид Хайретдинов, телекомпания «Одинцова».